Всем привет, с вами Клевер, и сегодня мы посмотрим микрокомиксы. Так, начинаем. Привет. Это те аниматроники, которых я видел на плакатах на стенах. Капитан! Фази, прости, я... Все хорошо, Фокси. На самом деле это была моя вина. Я прощаю тебя. Это просто несколько царапин. Я уверен, что люди починят меня. Просто забудь об этом. Кто эти аниматроники? Мы были завезены недавно. И мы не смогли тебя разбудить. Даже если бы смогли, мы не могли бы сказать тебе Лиса Викси. А другую зовут Той Чика. Я думаю, что менеджер заказал новых аниматроников. Новые аниматроники? Может быть, Викси станет пиратом, как ты? Новый пират? Мы вышли из комнаты, когда этот аниматроник открыл дверь. Комната? Где был я? Будет свободно? Они не заменят меня, да? Нет, я уверен. Они просто будут ремонтировать нас. Это должно быть новые аниматроники. Нет. Фокси прав. Я должен заменить Фокси. Не только эти люди хотят избавиться от тебя. Другие тоже. Вот зачем я открыл дверь. Теперь вы можете уйти. Появился аниматроник, которого мы не видели раньше. Он находится под влиянием других, чтобы уничтожить вас. Мне и той Чики не понравилось это. Он знает, кто ты. Уничтожить? И почему вы заменяете? Я имею в виду, мы не старые. Потому что они закрыли вашу пиццерию. Так это место не для нас? С нас хватит. Давай ты найдешь выход, Бонни. Понравилось? Подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте. С вами Клевер. Всем пока.